Всем привет! Привет, вы на канале Event Play. И сегодня мы будем лепить всякие красивые пирожные и тортики с помощью набора праздничный торт от Play Do. А делать все это мы будем из обычного теста для лепки. Да? Покажи, какое у нас тесто сегодня. Тут даже на крышках есть такая вот формочка. Такие вот 6 баночек у нас, да? Какие цвета, расскажи? Красный. Это с мышкой. Так. Желтый – это с котенком. Так. Зеленый – это с мишкой. Так. Голубой или синий – это с зайчиком. Дальше. Беленький – с обезьянкой. У нас как раз год обезьяны. Да, правильно. И опять... И черный опять с мишкой. Ну, хорошо. Расскажи про набор. А кто у тебя сидит вот справа от тебя? Из того киндера. Из киндер-сюрприз по серии принцессы, да? Ты говорил, что это только кольцо может быть, а это еще и фея. Да, покажи, как она вот стоит. Мы вчера снимали видео вот про про киндер-яйца, да? Там нам попадались такие кольца. Мы думали, что это только может быть кольца, а оказывается, еще и может быть и девочки, да? Ага. Такие вот стоит. Ты говорил, что там ног в комплекте нет, а это... А кольцо самой может быть ногами, да? Да. Кто бы мог подумать. Я бы сегодня догадался, вот такую вот сделаю принцессу. Ну что, расскажи что-нибудь про набор. Тут набор, это не только свечки. На него еще можно с помощью... Шприца? Да, шприца накручивать с двух сторон кружки, и получается как леденцы. Вот тут вот конфетки делать без палочек. Ну, если хочется, с палочками. Вот тут вот всякие печенюшки делать. Так, а дальше? Вот это что такое? Это тарелочки зеленые и розовенькие? Да, это тарелочки. А вот эти вот три кругляшка, это, наверное, делать пресс-форму, да? Да. Есть скалка. Скалка для теста с формочками, да? Когда тесто раскатываешь, получаются такие узорчики. Еще в наборе есть вилка и ножик вот такой вот синенький. Это чтобы нарезать и откусывать тесто, да, наверное? Ага. Ну что, с чего начнешь? С пластилина. Давай девочку чуть-чуть подальше отставь, а то мне кажется, она сейчас у нас улетит. Да, пусть там стоит. Начнем с красного теста. Так. Это, наверное... Еле-еле открыл. То тесто, которое умеет ходить. Ой, какая теплая банка. Вот так выглядит. Такая баночка красненькая, да? Мне давай. Нужно... Тесто там пачечки, да, специально, оно чтобы оно не высохло. Вкусно. Это пахнущее тесто. Сейчас скажу, чем оно пахнет. Чем? Сейчас. Может быть, конфетами? Вишневый. Вишневое тесто. Как мнется, хорошо? Да, мягкое такое. Так же, как Play-Doh? Да. Только чувствуется, это не Play-Doh какой-то. Ой. Такой аналог, да? Давай что-нибудь слепи. Давай раскатай его сначала из скалки, раскатай, да? Сначала надо скатать кружочек. Так, и покажи тесто, как оно получается. Какие рисуночки? Вот такие вот спиральки там, да, появляются. А у нас появились формочки, они из другого набора. И сейчас Ева с этими формочками будет выдавливать тесто. В форме чего ты сейчас делаешь тесто? В форме лошадки. У меня есть и в форме неживых существ, да? Да? Это дерево. А что еще у тебя есть? Есть корова. Это живое существо. Уточка. И собачка. Сейчас я вам покажу лошадку. Покажи, как будет лошадка. Такая лошадка моего любимого цвета. Вот.
Покажи теперь лошадку. Вот такая получилась лошадка, да? Да. Так, иди туда. Чисто. Сначала попробуем лезет рядом. Вроде бы лезет. Эх, какой червь вывалился, да? Вот это червь. Так, я придумала новую идею. Какую? Леденечек, да, такой? Да, леденечек. А давай попробуем сделать вот в такой вот формочке, вот в такой, в специальном наборе. Я хочу штампиков. Сердечко. Давай, сердечко. Наверное, надо сначала убрать, или как? Как нам поступить? Все это убираем, все свечки, да? Открывай, нажимай на кнопку. Да, вот сюда. Я даже закрываю. Ну что, теперь попробуем? Да. Так, закрывай, нажимай. Ну что? Та-дам! Ура, получилось! Получилось? Покажи. Сейчас отрежем только ненужное и покажу. Вот. Что получилось? Такое вот сердечко, да? Маленький тортик сердечко. Да, я же трехъярусный. Там дырка была. Будет. А еще какие здесь есть такие же штампики? Давай попробуем с ними. Покажи с ними, что получается. Бабочка. Что получилось? Такая, это что, бабочка? Торт в виде бабочки. Бабочка-торт. И опять дырка. Дырка плюс дырка. Дайте попробуем. Вот давай вот в эти вот формочки попробуй сделать какую-нибудь маленькую штучку. Кексик. Кексик, например. А как их потом вынимать оттуда? Сейчас увидишь. Кексик вот такой получился. Так он мини-кекс. Хочешь, сделаю вот такой вот пряничек? Давай, что получится? Что получилось? Такое вот красивое печенице, да? Да, печенице новогоднее. Красота прям какая, да? Угу. А еще какие пряники там есть? Давай еще какой-нибудь сделаем пряник. Еще можно сделать печеньку с шоколадом. Шоколадно? А я хочу сделать сладкую пиццу. Вот это я взяла кусок. Что получилось? Покажи. Надо сейчас только отрезать. Потому что я оттуда такой большой кусок засунула. Надо поменьше ужать. Кажется, кусок. О, это тесто не пачкает одежду. Это хорошо, да? Да. А что там нарисовано? Такие вот узорчики. Узорчики? Узорчики, палочки всякие. Хочу открыть я. Желтая. Давай, открывай. Давай я тебя открою. А вот у тебя получилось на этот раз, да? Такая вот. А сейчас я вам кое-что покажу. А желтая пахнет лимоном. Это да, я потрогаю желтенький, понюхаю его. Пахнет лимоном. Да, приятно пахнет. У нас появилась песочница для кинетического песка. Мы ее будем использовать в качестве такой доски разделочной, да? Для этого да. Теста для лепки. И сейчас что ты будешь делать? Расскажи. Торт. Но для начала нам надо открыть все эти цвета. Ну давай, открывай. Ну и такой.
А он чем пахнет? Пахнет грушей. Груши, ничего себе. Так, ты освобождён синий. Пахнет черникой. Так, а теперь освободим беленький. Белый, интересно, чем пахнет? Чем? Белый, не знаю, чем. Непонятный запах. Такого, не, может, не встречал никогда. Последний, да, у тебя черненький цвет? И будешь да. делать торт какой-то? Да. А ты уже знаешь, как ты его будешь делать? Угу. Чем пахнет? Ой, персиком! Черный пахнет персиком? Странно, да? Да, странно. Эти все цвета отодвигаем в сторону. Так вот, так вот. Ну и что тебе нужно сделать, чтобы получился торт? Раскатать? Первый корж готов? Да, первый корж готов. Открыла, добавим его в сторону. Следующий корж какого цвета? Белого. Так, уберем тарелку. Так, поднимем. Второй корж готов. Дальше надо положить на этот корж. Какой следующий корж? Синий, да. Хочу сделать радужный. Хотя там черного и белого нет, ну. Ну такая у тебя радуга будет своя, да? Да. С черным и с белым. Да. Вот получился такой корж. Мы его кладем тоже вот сюда. Уже у тебя получился торт из трех коржей, да? Да. И у тебя еще осталось три цвета. Ну что, Ева, вот мы показали с тобой набор, да? А? Такой вот торт у тебя плейдо. Пластилин, правда, в этот раз был не плейдо, но все равно приблизительно. Даже лучше плейдо. Да? Больше тебе понравился? Да. Хорошо, что у меня плейдо закончился, а то он засыхает. Ну, это тоже может засохнет. А может, не засохнет. Он тоже такой влажный. Ну, я пробовала. Один раз оставила кинетический песок, он не высох. Да. Угу. Ну, может, это тоже не высохнет. С вами был канал EventPlay. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пишите комментарии. Пока-пока.